Слышь, дружище, интегральные микросхемы не интересуют? Микро что? Микросхемы японские. Ты чё, дефицит? Ну, неси, посмотрим. Сейчас, минуту. Вон, глянь. Японский. Братан сам с Японии привозит. Пусть штука 300 стоит. Штука мне 39. Пойдет, пойдет. Нет, нет, я заберу. А если пойдет, еще привезу. Нормально? Ну, оставь, посмотрим. Все, через пару дней заеду. А, лады. Это же интегральные микросхемы. Да, японские. 1300 за штуку. 500 штук надо. Да? Да без проблем. Все, договорились. Как зовут? Серик. Все в это время завтра. Эта афера заключалась в том, чтобы выдать копеечные микросхемы за дорогой дефицитный товар. Такие же, да? Ага. Смотри, как пошло, а. За сегодня 500 штук уйдет. Я же тебе говорил, ты че, это же будущее.